За 10 лет ансамбль «Алтын-Чешмя» поставил более 20 народных танцев. Под руководством хореографа Виктора Градинаря ребята занимаются танцами на профессиональной основе. Он смог воспитать в детях любовь к танцам, умение достойно выступить на сцене, гордость за свою культуру и гагаузию. Онлар бурда юринерла бири-биринден ниче гютурмя кендини. Я их стараюсь обучить не только танцам. Здесь друг друга они учатся многому. Я для них стараюсь быть как родитель. Иногда полчаса приходится уделить тому, чтобы побеседовать с ними о жизни. Я хочу, чтобы они были не только хорошими танцорами, я хочу, чтобы они были хорошими людьми. Дил покойно снарисля, ама бюйснер бир исля инсанда улснар юрекли инсан. Профессиональный путь танцора Виктор Градинарь начинал еще в детстве с ансамбля «Кадынджа», куда его привел отец. Сегодня родители с гордостью говорят, что их сын многого добился в жизни и прославил автономию. Горжусь своим сыном, что вот он достиг, чего он желал, что ему нравилось, тем он не занимается в жизни. Это его мечта была. Именно у себя на родине создать коллектив детей, обучать танцам. Хочу пожелать вообще коллективу и им здоровья всем, творческих успехов и всего самого лучшего. Сам Виктор признается, что без своих наставников не смог бы достичь успехов. Он дертил, бянуянным кадынжада, бьюдюм. Сором Гена Кадынжада, Авраам Петрович, Лен Вардун Бирдосту, Гермек Константин Афанасьевич, Ода Гечинды, Дельчоктан, он янда бян ишлярдым дюзавадада, ниже ойнджу, неченьки бян дюзавада, ойнардым, ниже бир ойнджу. Для ребят Виктор стал настоящим другом, примером, на которого надо равняться в жизни. Многих из них, как и самого Виктора, на занятия привели родители. Танцоры оправдали ожидания старших. Меня привел отец. Я посмотрел, как проходит репетиция, и меня это очень заинтересовало. Я стал танцевать, и у меня получается. Я позднее пришла в коллектив. Совсем не жалею об этом. Мои друзья говорят, что это прекрасно заниматься танцами. Мы ездим в разные страны. Мы объехали разные уголки нашей Гагаузии. Милитлере, Георгий Гагаузиен, Турли, Касабаларана, Кюлерине. Выступая на сцене, хочу, чтобы все понимали, что гагаузы – это народ, у которого тоже получается на высоком уровне выступать и представлять свою гагаузию. Десять лет назад я связал свою жизнь с танцами. Мне здесь интересно. Я рад, что пришел в этот коллектив. Идейным вдохновителем коллектива является советник села Кангаз Геннадий Туба. Он 10 лет назад выступил с идеей организовать в селе Кангаз танцевальный коллектив «Алтын-Чешмя» и сегодня продолжает оказывать ребятам поддержку. От сельского совета всех своих коллег-советников сегодня поздравить танцевальный коллектив «Алтын-Чешмя» с юбилейной датой 10 лет. И буквально на этой неделе мы приняли решение, чтобы выделить 10 тысяч лей для танцевального коллектива. Ансамбль в скором времени получит новые костюмы и обувь, сообщила башкан Гагаузии Ирина Вах. Предлагаем 10 июня поехать на первую примерку. Да. Плюс обувь для мальчиков, сапоги для девочек, туфли. Ну, чтобы все было достойно. В коллективе «Алтын-Чешмя» чувствуется дисциплина, любовь к творчеству, дружественная атмосфера и профессионализм танцоров. Это подчеркнули участники и гости мероприятия. Бугюн
Алтын чешмя ансамблинин 10-ю ил дюнемінде. К 10-летнему юбилею этого коллектива я хочу поблагодарить всех танцоров от лица руководителя организации «Басы Бюк». Он преподнес им в подарок 300 евро. Я надеюсь, что и в будущем эти дети будут получать поддержку и будут выезжать в разные страны, среди которых и Турция, и Германия, потому что эти дети этого заслуживают. Два месяца назад в ансамбле «Алтын чешмя» открылась группа для самых маленьких танцоров. Им всего по 5 лет, но они уже учатся танцевальному искусству. Под руководством хореографа Виктора Градинаря гагаузские, болгарские, молдавские танцы изучают более 100 ребят. Татьяна Ставилова, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ Новости.